Приветствую, мои дорогие любимые партнеры, команда «Карьера онлайн». Сегодня мы подводим итоги первой недели каталога номер 17. И с вами Лилия Донскова, я директор нашего проекта. И хочу вас поздравить с первой бомбической недели, потому что она действительно прошла на ура! У нас уже есть огромное количество людей, которые набрали заказы от 150 баллов, а это здорово. И на самом деле это сейчас очень просто сделать, потому что в предновогодние дни это как бы само собой получается, потому что всем нужны подарки, люди интересуются продукцией. И наша задача с вами просто показать им каталог и обратить внимание на самые популярные продукты и выгодные предложения. И я поздравляю всех, кто уже в премьер-клубе. Вы уже получаете скидку ПК, вы видите, это зеленая графа, и объемная скидка. У кого, конечно, скидка побольше, у кого поменьше, это зависит от того, какая у кого команда. Так что молодцы, так держать и даже лучше. А сейчас хочу поздравить топ-10, у кого самый большой заказ в 17-м каталоге. И это у нас Жилина Людмила, можете прямо смотреть по фотографиям, они идут друг за другом. Букаркина Ольга, Макарова Зинаида, Лукоянова Елена, Константинова Галина, Рамазанова Вероника, Гришина Наталья, Михалкина Оксана, Дусмангалиева Валентина и Лушнева Наталья. Девочки у нас, кто в коронах, это наши принцессы, королевы самых высоких заказов от 250 баллов. Почему выделяю всех? По одной простой причине, то что если в течение 17 каталогов подряд вы будете делать от 250 баллов, то по итогам 17 каталога вы получите планшет в подарок. Главное не пропускать. Также хочу поздравить королеву заказов на этой неделе, Дусамангалиеву Валентина. Личный заказ 357 баллов. Молодчина, так держать. И у нас пришли несколько новичков в 17-м каталоге. Пока мало, но уже есть активные. Это Зверева Любовь, Триволь Анастасия и Юсупова Татьяна уже сделали первые шаги. А Татьяна даже прошла первый шаг и вошла в премьер-клуб. Так держать. Поздравляю Юсупову Татьяну с прохождением первого шага стартовой программы и Ужастову Светлану. У девочек спонсор Склиренко Мария, и девчонки получают в подарок в следующем каталоге, когда будут делать заказ, набор крем мед и молоко для рук и тела и крем мыло тоже мед и молоко. Классный наборчик придет вам бесплатно. И также поздравляю Кайпак Виту, спонсор Натальи Лушнева, с прохождением второго шага стартовой программы, и Вита сразу вошла в премьер-клуб. Поздравляю Михалкина Александра, спонсор Оксаны Михалкина. Также прошел второй шаг стартовой программы и получает тоже свои подарки. Я забыла подарки отметить. Хамарилова Ирина, спонсор Жилина Людмила. Иринка прошла уже третий шаг, и с каждым каталогом заказы больше, больше становится. Хотя Ирина переживала, что будут трудности с набором заказов. Ну вот, молодец, вот-вот-фу. Теперь будет возможность выбрать один подарок из трех. Это или какой-то из парфюмов мужской, женский, Эклафеми. Или набор антивозрастных кремов серии Optimals. Тоже классный наборчик. Я думаю, Ирина сделает классный выбор. А Наталья Лушнева у нас прошла всю стартовую программу, все четыре шага, один за другим, как орешки. Наталья щелкает и уже в следующем каталоге получит на выбор женские витамины или мужские, и будет возможность попробовать этот потрясающий, классный продукт Oriflame, которому нет аналогов в мире. Так что, Наталья, тебе аплодисменты, молодчина, так держать. И здесь отображены все подарки по стартовой программе. Ребят, кто входит в стартовую программу, вы получаете продукцию, если ее заказывают по каталогу, сумма получается около 13 тысяч. Я считаю, что это очень классный подарок от компании, такое прекрасное предложение, поэтому нужно за него, как говорится, взяться с удовольствием. Да.
Далее, вот немножечко не исправила. У нас сейчас продолжается программа акции активности в Новый год с Oriflame. Она проходит у нас в 16 и в 17 каталоге, а в первом каталоге мы уже забираем набор. Если вы делаете два каталога подряд по 50 баллов, то набор вам обойдется из 8 продуктов за 199 рублей. А если вы только один раз делаете заказ на 50 баллов в 16 или в 17 каталогах, то получаете наборы за 799 рублей. Но это в любом случае это очень выгодно, потому что, как вы видите на картинке, продукты дорогие, классные, нужные, да, всегда такие востребованные. Поэтому желаю всем успехов и успешно пройти все оба шага. Далее у нас продолжается программа для приглашающих спонсоров. Ребят, если вы приглашаете в свою команду друзей, родственников, знакомых людей или людей из интернета, и они размещают заказы, то их заказы все суммируются, и вам начисляют спонсорские баллы. Главная ваша задача, чтобы ваш личный заказ в каждом каталоге был от 50 баллов. Тогда накапливаются баллы, и вы сможете их обменять на кухонную такую утварь. Да, это посуда, банки, полотенчики, доски, да, очень классная продукция, очень красиво, стильно сделано. Самое главное, что посуда подходит для любого вида плит, даже для индукционных. И посмотрите, если вы наберете 100 спонсорских баллов, то есть у вас будет, например, новичок, который пройдет первый шаг, или два новичка с заказами по 50 баллов за этот период, то есть в 16-м, 17-м, в первом каталогах. Вы сможете выбрать себе или полотенчики, или разделочные доски. Далее, если у вас будет 200 баллов, то вы выбираете банки или специальные емкости для кухонных таких вкусняшек. Это маслица, там соль, перец, да, для специй. Если 300 баллов, то чайник, часы или ковш. А если 500 баллов, то наборы или с кастрюльками, или с сковородками. Классное предложение. Я, конечно, сама прям нацелена на получение этих подарков. Я люблю очень посуду. И как раз у меня в новом доме будет индукционная плита, и мне придется обновить всю посуду абсолютно. Поэтому такое предложение классное, нельзя пропускать. Итак, что еще хочу дополнить по этой акции? То, что очень важно, если ваши новички будут регистрироваться в первом каталоге, то их баллы будут копиться также и во втором, пока не закончится срок 21 день с момента регистрации. Это тоже нужно учитывать, потому что даст возможность подкопить побольше баллов. Тогда вы сможете поменять уже баллы в третьем каталоге. То есть мы их меняем во втором и в третьем, в каком вам удобнее. Итак, вот все новости. Если есть вопросы, пишите в чате всегда, в личку задавайте, не стесняйтесь. Мне очень нравится, что вы такие активные в последнее время особенно. Я целый день мне то звонят, то пишут, да, постоянно помогаю вам разобраться в каких-то наших тонкостях, нюансах нашего дела. Вы огромные молодцы. Я горжусь нашей командой, которая растет потихонечку, но растет, и растут у вас достижения. Это круто. И каждый день я вас очень прошу, напоминайте себе, что все в ваших руках, что в Oriflame открываются огромные перспективы, уникальные возможности. И вы просто спросите себя, а что изменится в моей жизни, если я начну собирать команду, начну работать серьезно и рассматривать Oriflame не просто как классный продукт, скидки, акции, а как серьезный бизнес. И если я стану директором, золотым, сапфировым, бриллиантовым, исполнительным, да, президентом, как изменится моя жизнь, если у меня будет свободное время и классный доход? И если вы будете честно и искренне себе отвечать каждый день, то я уверена, что результат не заставит себя ждать. Ребят, еще раз всем огромное спасибо. Желаю вам позитива. Используйте эти потрясающие месяцы. Декабрь, январь, февраль, март — это самые продуктивные месяцы, потому что самые огромные востребованные наши каталоги. Люди с удовольствием присоединяются к нашим командам. Я вам желаю успехов и получать то, что вы действительно хотите и заслуживаете. До новых встреч в чате и наших роликах. Пока-пока!